Аля-ля. Так включилось? Все включилось. Так, мы сейчас будем обжорить и делать. Так. О! Привет всем, я Серега Склепа, это моя мама, она тут путешествует по машине ручкой. Он твой мистер Шат, среди шахти мотажа, не диви, намного. Она будет, как, короче, такая вот бутылочка мама купила, сейчас мы ее жахнем. Омега-3. Добавочка. Пищевые. Там коллаген. А коллаген от чего? Мая, от чего коллаген? Так, и коллаген. А оболочка вот эта, в нем и есть женьшень красный. Это. И омес. Омес. Да. Индия. А мяс делает Индия. Так. Вот это. Так, надо запить. На запион. Чайный гриб. Чайный гриб на запион. Ну-ка, сейчас запьем. Да вот такой, вот это кашка, короче. Каша, она горячая. Все остывает. Мы сейчас, короче, это, фарш с рисом будем кушать палочками. Мама готовила. Мама, она постоянно вкусно готовит. Моей маме 70 лет, а вашей маме сколько лет? Пишите. Мне офигенно, вообще клёво. Ну. Такие вот шарики. Китайская. Мама пьет. Заскитал, что ли, китайский? Мама. Не, фарш. Что с кем? С рисом. Но подогрей. Вы тоже маме скажите, чтобы она вам фарш сделала с рисом. Отец обостался.
И будет очень вкусно. Еще вот такие вот палочки. Китайские. Нет. Вкус такой четкий овоща. Офигенно. Не. Не по кайфу еще. Не, вкусненько, фартово. Мама готовила. А у вас подаются такие китайские? Вау. У нас подается. Вот так ты делаешь палочками и как будто ложкой ешь. Не, мне мама не учила палочками. А сам научился. Это. Все четко. Это все. Ну, каша еще не осыла. Не. Она горячая.
Блин, горячим. Ну-ка. Первая муса. Да. Восхитительно. Ну, сейчас я. Ну, все. Леденечек такой. Кокосовое. Персиковое. Это для маленького ляйки. Вкус какой. Вкус обвороженный. И кашку прикинь при этом. Бэм. Каша, извините, горячая. Мама только сварила. Вот. Мама тоже такая кашку варит. Не, все нормально. Куда-то ты взялась печаль. Печаль. Да. Ну-ка. Тыквоньку. Тындоньку. Мама сварила. Так, сейчас мы будем виноградную. Мама. Каша горячая. Ну тоже да. Кашу кушайте. Пальцем. Вообще.
красоте. Типа чур персика и виноградный. И каша еще при этом такая вкуснятина. Ням-ням. Мне нравится, чтобы подписывайтесь на меня, это четко. Ну. Можете мне рекламу заказать? 500 рублей. Привет. 100 рублей. Привет от мамки. 200 рублей. Это. Поздравление от меня 300 рублей. От мамки 500. Вместе с ней 600 рублей. Вы подписывайтесь на меня. Как Никита Джигурда. Хочу передать привет Юле, Оле, Мате, Зайке, Карине, Малюте, Сереге, Цою, Хою, Панову, Богу, Иисусу, Сатане. Что-то мне написала какая-то обычная в голове. Сейчас мы будем ее убирать. Что-то да, что-то совсем не то. Что-то. Вообще, не, но кашка и палочками это вообще четко. И там Сашка что-то бомбит, бомбит на. Вообще бомбит, бомбит что-то, блин. Вообще бомбит по полной. Не, вот кашку палочками вообще четко. Мама готовила. А. Кстати. Вы в курсе, что наши мысли это на завтра? У меня же батарейка садится. Кашка горячая. Ну я ее кушаю палочками. А кто кашку кушает палочками? Пишите. Кто знает Руслана Гительмана? Руслан Гительман. Балдежный пацан. Он колбасу теперь сигарету курит. И вообще ничего не забудет. Руслан Гительман. Балдежный пацан. Он в Ютубе все жрет. И до Бога дойдет. Руслан Гительман. Балдежный пацан. А, Шита, ты мне так 1000 рублей не вернул, прикинь. Думаешь, я забыл? Так. Ну и ладно. А, кстати, короче,
Подписывайтесь на Серегу Мусорщика. Ссылка в описании будет. Надо же его как-то пиарить. Он мне же 10 тысяч дал. Ну, меня спас от землетрясения. Руслана Гительман. Она была обалденная пацан. Самый обалденный пацан на свете. Это Руслана Гительман. Он в Хакасии живет. Катю любит. Вот-вот-вот. Он вообще-то молодец. Он балдежный пацан. Балдежный пацан. Ладно. Мне батарейка садится, а то может еще не запишется. Вас всех люблю, обожаю. И вы все-таки подпишитесь на Серегу Мусорщика. Ссылка будет в описании. Всем пока.